Господа нашего Иисуса Христа, и хочу вам тоже засвидетельствовать. У меня проблема была, когда я на спине спал, не мог я спать вообще на спине, то у меня язык как бы, пока я не засыпал, это все окей, как только начинал засыпать, у меня как бы язык проваливался и закрывал туда. Я постоянно просыпался, и когда на служении были, пастырь Зинаида говорит, у кого-то горта не исцеляется, но я ничего не почувствовал, и к себе практически я это не принял. Я, потому что проверяться я нигде не проверялся, в больницу я не ходил, просто сбоку на бок так спал, и на животе, на спине. И после этого, наверное, может быть, неделя прошла, может быть. Ну, в общем-то, я один раз просыпаюсь, и я сплю на спине, не на этом, не на боку, не на животе. И я чувствую, в общем-то, раньше я не мог так. И когда я потом проснулся, я так, что-то мне в голову пришло, я думаю, это же мы на служении были. И когда пастор Зинаида говорила, я ничего не почувствовал. И поэтому практически я думаю, это же у меня исцеление произошло, потому что я не это самое. И так второй, третий раз. Поэтому слава Господу. Так больше язык туда не проваливается в горло? Нет, больше не проваливается. Все, спите нормально? Слава Богу.